группу, приди вперед сюда сейчас. Все лидеры домашней группы. И лидеры служения, если вы лидеры служения, также придите сюда вперед. Давайте молиться в духе на языках. Здесь помазание есть. Все лидеры домашней группы, лидеры служений. Слава тебе, Иисус! Хвала тебе, Господь! Лидеры домашней группы. Но я чувствую, что Бог сейчас обращается к вам. И Он говорит вам, что Он хочет сделать каждую домашнюю группу как церковь. Каждая домашняя группа как церковь. Что это значит? Это значит, что вы ждете времени общего собрания церкви, чтобы прийти туда и привести своих людей и пережить там помазание. И вы ждете, что пастор будет инициировать, либо служитель другой будет инициировать помазание. И это помазание будет исцелять, будет откровение давать людям. Но Бог хочет изменить ваше мышление. Он хочет, чтобы вы себя самих увидели в своей домашней группе, как людей, которые инициируют движение помазания. Бог хочет приносить такое же присутствие на домашнюю группу, как есть в собрании. Но Он не сможет этого сделать без вас, пока вы не измените свое отношение к себе. Пока вы не измените свой взгляд на себя. Вам нужно начать смотреть на себя, как на помазанных людей. И как на инициаторов Божьего движения. И вам нужно начать смотреть на свою домашнюю группу. Как на церковь, где будет двигаться Святой Дух. И вот что хочет делать Господь. Чтобы на домашних группах происходило то же, что происходит в церкви. Такое же помазание, такие же исцеления, такое же откровение, такие же пророчества. Все так же, как в церкви, такой же уровень помазания. Чтобы люди могли приходить на домашнюю группу, и там неверующие люди могли встречаться с Христом, получать исцеление. Чтобы там Дух Святой мог сходить так, что вся домашняя группа лежать будет просто. Он хочет это делать через вас. Но пока вы не измените свое мнение о самих себе, вы будете пробкой. Вы будете пробкой. И Дух Святой не может там двигаться из-за этого. Вам нужно перестать быть пробкой. Вам нужно начать правильно смотреть на себя, что я Божий инструмент. Я инициатор движения помазания. Я просто вижу, Бог мне дает картину. Я вижу, как люди, но как каждая домашняя группа становится центром пробуждения, эпицентром пробуждения. Не смотрите на старших служителей церкви, как на тех, кто инициирует пробуждение. Смотрите на себя. И это ваша ответственность. Вы должны, вы те ангелы, которые должны начать возмущать воду. Вы должны начать возмущать воду у себя на домашних группах. На многих домашних группах вода давно не возмущалась уже. Там есть хорошая атмосфера. Там есть чай и печенье, есть любовь. Но Бог хочет больше. Он хочет, чтобы там была сила, чтобы там было движение Святого Духа. Это то, чего хочет Господь. И Он хочет, чтобы вы начали притягивать людей на домашнюю группу. Чтобы вот эта сила, через которую вы будете высвобождать своей верой, начала притягивать людей на домашнюю группу. Вам нужно начать об этом ревновать. Спасибо, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, сейчас помажь. Высвободи это помазание на всех служителях. Я молюсь, пусть изменится их мышление.
Я молюсь, преобрази сейчас Дух Святой. Я молюсь, сделай их каналами, сделай их проводниками Твоей силы, Твоего помазания. Пусть служение домашней группы изменится. Дай им ревность. Пусть они возревнуют, чтобы ни одна домашняя группа не проходила спокойно, без движения Святого Духа. Господь, дай им эту ревность. Вложи сейчас в их сердца. Вложи ревность, вложи ревность. Вложи ревность, вложи ревность, вложи ревность, вложи ревность. Вложи ревность, вложи ревность, вложи ревность. Вложи ревность, вложи ревность. Вложи ревность, вложи ревность. Вложи ревность, Господь, во имя Иисуса. Помажь, помажь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, помазание, помазание. Во имя Иисуса Христа, помазание, помазание. Во имя Иисуса, помазание, во имя Иисуса Христа. Помазание. Помазание, 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 пом
хотят, все, кто хотят начать домашнюю группу, вести, вам нужно начать рифмовать. Рифмуйте об этом, это Бог дает. Бог хочет давать, но Он дает тем, кто рифмует, тем, кто это ценит. Есть часть вашего послушания, смирения перед людьми. Ваша ревность поможет вам смиряться. Если вы на самом деле хотите очень сильно, вы готовы будете смиряться. Для того, чтобы мне первый раз проповедовать, мне поставили условия, тебе нужно костюм купить. Он стоил $100 в 95-м году. $100, тогда зарплата была $30. Я собирал несколько месяцев, я собрал $100. Пошел на базар, купил себе костюм. Для того, чтобы мне разрешили проповедовать. Я не сказал, что это такое? Почему мне? Я призван. Почему мне в церкви не дают проповедовать? Ревность, настоящая по Богу, сделает тебя смиренным человеком. Будь смиренным. И Бог приведет тебя в твое служение, и ты будешь в славе Божьей. Ты будешь Божью славу переживать. Ты будешь в духе ходить. Ты будешь с Богом близко. Ревнуй об этом. Ревнуй. Это самое драгоценное, что есть на земле. Самое драгоценное. Спасибо, Иисус. Благодарим тебя. Давай дадим славу Господу.